Всем привет, всем добрый день. Я, видите, так возвращаюсь к вам с Одессы сразу. Вот, будет у нас влоги с Одессы. Так что Винницы не было, будет с Одессы. Ребят, приехала на Одессу на пару дней. Ну и думаю, и вам покажу. Ребятки, все у меня хорошо. В общем, новостей особо нету, но я вам все попозже расскажу, что все что было. Ждем такси, едем в отель. Вот, покажу вам отель, покажу вам море и все остальное. Поехали мы в отель. Сейчас будем заселяться. Где-то здесь отель 52 называется. Вот, 52. Идем искать. Тур нашего отеля. У нас небольшой отель на Катерининской улице. В общем, такой вот кровать. Такая двухспальная кровать. Тут еще одна кровать дополнительная. Вот, потому что у нас трое. Такой большой просторный номер. Аида, подожди. Покажу ванну. Покажу ванну, вот душ. Тут просто кабина, туалет. Все. Все есть, в принципе. Вот, ребята, это море. Черное море Одессы. Пляжи. Пляжи забиты просто. Я вам покажу, сколько народу. Смотрите. Просто упасть негде, так сказать. Ну а что делать? Такое время. Все хотят на море. Все пришли на пляж. Смотрите, какая была красота. Ну что-то не так. Мама распускает. Мне ничего не видно, ошибок никаких. Крючок не подходит просто. Понимаете, размер не тот крючка. Мы пришли на пляж Лонжерон. Вроде бы так называется, вот там рыбалки. Тут плиты, поняли? Тут никто не купается. Ой, там фу, там водоросли. Какая красивая набережная. А, тут вот Немо. Тут дельфинарий. А также отель. Но мы не в нем. Там они сверху смотрят, там дельфины плавают в бассейне. Одесса. Красивенько. Сначала мы приехали, как-то не очень красиво, а сейчас все хорошо. Будет играть весело, так он угоняет чуть выше уже море там. Там осталось. В общем, мы вышли на вечернюю прогулку. Вот по Одессе, смотрите. Это у нас этот Троицкий собор. Вот здесь прям вот отель. Мы вышли с отеля. Вот здесь отель 52 называется. Вот Свято-Троицкий собор. Идем сейчас вперед на Дерибасовскую. Мой лук сегодня. Рубашка. О, давай, свети. Рубашка там. Руки у меня красивые. Вот. Аида. Идем гулять. Тут погода портит. Гуляйте, смотрите, технологии. О, зеленый уже загорелся. Можно идти, прикиньте. Не надо на светофор смотреть. Вот, ребят, дошли мы до Дерибасовской. Вот это оно вправо-влево. Идем. О, вот видите, тут уже закрыли камнями. Нельзя пройти. Идем. О, Одесса играет. Так, я, смотрите, пока перестал петь, чтобы, не знаете, не забанили, покажу вам немножко Дерибасовской. Ну, это, видите, как ночной город уже. Классно. Атмосфера Одесса, это просто. Я так мечтала попасть сюда, вы не представляете, мне так хотелось приехать в Одессу. Ольга взяла такое мороженое, такой рожок огромный. Я уже половину съела его. Очень вкусный. Фонтаны есть даже. Не знала, какой фонтан. Нет ничего лучше, чем море. Кофе на море, это тоже вкусно. Я как будто на Мальдивах просто. Не была там, правда, но по цвету воды. Чистейшая водичка, класс. Я не знала, что у нас такая бывает вообще. Вот, ребятки, покажу вам еще немножко Одессы. Уже днем ходим здесь и гуляем. Тут красивые такие здания.
остались, видите. Идем гулять туда. В пассаж. Я никогда там не была. Идем посмотрим. Смотрите, такое. Мы зашли в пассаж. Просто не передаю красоту, атмосферу этого места. Вообще класс. Можно рассматривать просто это все. Что-то кто-то придумал такое. Смотрите, ребят, подошли к самой главной визитной карточке города. Вот это театр одесский. Красивенный просто. Рассвет в Одессе, смотрите. Солнце сходит быстро. Столько людей приехало. Но я вам сейчас еще покажу, почему все сюда приехали. Солнышко встает. Смотрите, в Одессе на пляже. 7 утра. Ну, сейчас мы пришли в 6 сюда. Как и пианист. Как бы дойдем все люди. Просто насладиться рассветом и музыкой. Так, ребят, доехали до привоза. Как видите, вот он, рынок. Будем заходить смотреть. Ну, я хочу, знаете, такое, фрукты. А, да, смотри. Просто. А, вон там, смотрите, пошлите посмотрим. Вы хотели меня только что они не на колесе, на американских горках. Больше я на такой не соглашусь никогда в жизни. Зачем я согласилась, я не понимаю. Это было очень стрёмно. Ребят, количество людей на Дерибасовской. Просто капец. Сколько. Все вышли сегодня, суббота, вечер. Сегодня день независимости у нас. Вот, еще и праздник. Вот тут байкер. Сужаем с моря, смотрите, такое прекрасное море, чистое, красивое. Едем домой. Пролетели наши каникулы. Очень быстро. Вы смотрите, пляжи все вот оборудованы, оборудованы. Раздевалка, там есть душ, туалет, и все есть на пляже. Язык Одессы, слова и фразы. Поц. Что значит поц? Ну, вот поц, дурак. Все другие говорят что-то другое слово. Вообще, не говорите другое слово это. Выселяемся с отеля. Отель у нас прекрасный, отель 52 называется. Вообще, кому надо, приезжайте сюда.
Не понравилось, все. Все, уезжаем на выход. Смотри, какой тут телефон есть. Рецепшн.